Надо будет как-нибудь накатать музяки, чтобы так раз в любой момент открыл приложение, и уже закачанная музыка всегда была. Это, конечно, хорошо, когда через нормальные наушники наваливает какой-нибудь трек. О. И так можно будет накачать много чего. Ну и, соответственно, слушать потом, не завися от интернета. Да, конечно, онлайн хорошо, что можно в любой момент послушать то, что ты хочешь, но лучше, конечно, когда у тебя уже на телефоне лежит в папочках несколько хороших треков. От каких-нибудь хороших исполнителей. Вот, можно тут довольно-таки много разных групп образовалось. Мама Рика, например. Молодая, хорошая группа. Так. Составляем свои сборники. Так. И обязательно нужно в хорошем качестве качать. Иначе будет совсем уже не тот формат. Там где-нибудь там 320 килобит в секунду качество. Так, что у нас тут еще предлагает? Лолита, кислород. Кому нужна Лолита? Ольга Бузова. Неужели такое кто-то слушает? Так, это мы уже походу скачали. Теперь мы будем качать совсем другого исполнителя. Хорас Лютый, Грабли, Гурт Грабля. Вот даже новые альбомы есть. Это очень хорошо. Именно это мы и начнем тащить. Курчатка, например. Очень классный, я бы даже сказал, у них дуэт получился. Да, всегда нужно иметь папочку с хорошей музыкой у себя где-нибудь на телефоне, на флешке. Тынкс, и все, и уже скачала. А онлайн не всегда можно где-то всунуться и послушать. Так что качаем песенки. Что у нас там еще? Если не Орес Лютый, то тогда можно, конечно же, его брата послушать. Евпатий Коловрат, например.
Опять же, танок на Майдане Конго никто никогда не отменял. Вопли Видоплясова. Очень много хорошей музыки. Танок на Майдане Конго. Вот. Тут можно качать целыми альбомами. Сплин не будем качать. А вот Океан Эльзы очень даже рекомендую. Тем более, что Океан Эльзы — это классика. Опять же, можно свободно зайти и... О, обязательно не забудьте скачать маршрутку. И «Ангелы», «Танок на Майдане Конго». Вот это вот, конечно, бессмертная классика. Ну, качает музяка. Так. Ореста Лютого нужно качать полностью альбомами. Слушать, заслушивать до дыр. Потому что по-другому жить невозможно. Не Буланова уже слушать с Орбакайтой. Или Лепса. Пусть его слушают высокоинтеллектуальные ребята, работающие на 11 маршруте. Ну или там в Uber. Гупола Васыль. Вот это. О, точно. 17 москалей. Надо скачать обязательно. Это прям суперовый трек. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что пока хватит у нас тут прилично так уже набралось. В общем, вектор вы поняли. Братья Гадюкины вперед. Вот из старенького, из луганского, что можно было, группу Некрономикон, из украинской группы. Это Луганск. Хорошие ребята. Классно играли. Вот. Особенно Юра Кущ. Это, конечно, да. Ну, в общем, я думаю, что пока хватит. А там посмотрим. Пишите, что еще послушать можно. Из нового, там, современного. Вот. Только не надо всякую эту попсню, гопотню, вот эту вот, я не знаю, там, зоновские страдальские песни. Вот. Вообще неинтересно. Вот, кстати, классика — Дзидзо и Вова Зельвова. Это обязательно нужно. Если Вова Зельвова, то я не напрягаюсь сексуально. И что тут еще у него есть? Да много чего. А вот Дзидзо, там и Сара, там все. Будем качать все пачками. Только так и никак иначе. Дзидзо вообще нужно смотреть клипы. И у Вовы Зельвова, кстати, клипы, да. И, естественно, Ермак. Ермака. Там Вана. У Ермака 22 вообще. Хитяра.
Да, такие люди рождаются раз на миллион. В общем, заходим, качаем.